рейдовые проверки проводились и будут проводиться. Управлением Роспотребнадзора меры применяются как гражданам, кондукторам, водителям. Применяются меры и к юридическим лицам. Хочу напомнить, что это штраф в соответствии с частью 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, который на юридических лиц составляет от 200 до 500 тысяч рублей. То есть очень существенная сумма. Но только вот этими вот точечными, выборочными рейдовыми проверками, без осознания необходимости соблюдения всеми и каждым всех мер, мы не добьемся желаемого эффекта. Поэтому каждый должен понимать, что от него в первую очередь зависит соблюдение в целом всех мер и в конечном итоге эпидемиологическая ситуация на территории Алтайского края.